Всем доброго здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает, с вами Юлия Мишка. Всем привет! Сегодня будем играть в Android-игрушку под названием... One Level 2. Все так и есть. Мы играли в первую часть, я согласен, что она похожая на одну из игр, Little Level, по-моему, называется. Но, тем не менее, здесь есть оригинальные идеи, вторая часть свеженькая, все-таки чем-то нужно разбавлять свои дни. Да, мы, короче, решили вам ее показать. Да, так и есть. Мы после того, как сбежали, типа, из тюрьмы, нас опять поймали, и мы снова здесь. День сурка. Да, к сожалению, так и есть. Первая миссия была обыкновенная, вторая была на ускорение, а сейчас уже, как видите, появились планки. Еще вот эти, да, платформы двигаются. Ну, как мы помним, потом уже такие уровни будут, что сломаешь мозг, вот как сейчас. Оу! Ну, а кстати, прикольно. Так я невидимый, я где-то бегаю. Ого, блин, Миш, как ты соображаешь? А, не знаю, вообще? Вот понимаешь, включается... Додумываешь. Так, неправильный ключ. Интересно, то есть что мы его возьмем, а он не подходит. А, он закрыл дверь. Блин, все то понятно. Есть не надо было да, его брать. Да, его не нужно брать просто. Ну, очевидно было, я просто... не заметил. Не, а я, значит, что-то подумала, что вдруг потом надо будет другой взять. Типа... Ой, смотри, куда же... Блин, управление пипец как изменилось. Да. Теперь прыжок это сюда. Капец. Сейчас. Ну, кстати, вот это вот непросто. Жесть. Фу-у-у. Так, сейчас. Мишкин, давай. Оп. Ты почти дошел так. До этого места. Прыжок у нас чего? Ага. Блин, теперь нужно влево-вправо одновременно нажать. Жесть. Так, а теперь что у нас прыжок? Ага, блин. Непросто, я бы сказал. Да блин! No, God, please, no. Это ведь издевательство настоящее. Так, запомним, что А-прыжок. Ну, у меня ну, на управление. Да, Мишка на клавиатуре играет. Да-да-да, поэтому нужно как-то сконцентрироваться. Так, давай, я так, в тебя верю. Все. Главное не прыгнуть. Да. У нас вперед это прыжок, как бы. Теперь назад это влево. Вправо так, это влево. Так. Все. То есть нам только спуститься. Ну тут даже если ты прыгнешь, ничего страшного. Это не ключ, это ключище. Мне его дотолкать надо. А, ну походу да. Ой, единственный нюанс будет вот здесь. Да нормально. Да нет, мне кажется, не проблема. Нужно просто тормознуть. Все. Так, ну все. Прикольно, прикольно. Пока да. Решаемо, но интересно, интересно. Ну, по сути, как и в первой части. Да, я, правда, забыл, что там уже было. Там тоже, что только... Осторожно, лифт. Не было. Пока больше вот никак... Вот это вот поедет. Ага. Ай, блин, головой зацепился, ну, слишком сильно прыгнул. Но это ну, пока кстати, миссия. Кстати, даже отчасти упрощает. То есть тебе можно просто сойти а с я этой не думаю. Планки. Да блин, мне кажется, она слишком быстро едет, чтобы успеть сойти а с вот нее. А вот попробуй. Поэтому... Ну ладно, ладно, ладно. Мишке, как сказать, виднее. Надо слаб. Блин, он слабо не прыгает. Здесь вот, вот я тебе говорю, может, попробуй как... на той планке. Вот сейчас планке. День сурка. Да, я лучше сделаю так, как Юля говорит. Просто сойду. Не буду прыгать. Вот все, здесь, действительно. Вот, да, это правильно было решение с самого начала. Но я отлично. На своем стилю легкий. То есть я буду медленно бегать, я так oh. понял. Но это не проблема. Это slow-mo. Типа новое это... решение, но. Е-мое, один тот же уровень, сотый раз. Да, что интересно. А ведь там, по-моему, всегда он одинаковый. И, по-моему, в первой части он отличался ли? По-моему, прыгай отличался. С умом. Опа. Так, в чем то прикол? Есть я не могу. Сейчас я прыгну, ключ исчезнет. Да. А, и каждый раз. Стой. То есть каждый раз ты прыгаешь, и он исчезает. Когда я приземляюсь, он. Надо было, знаешь, что, в самом начале прыгнуть, наверное. Я понимаю, где он появляется. Он сейчас. Сейчас, погоди. Ай, сорвался. Так, сейчас у меня вот. Вот, вот это отличный. А он в этот раз по-другому. Эй. Сейчас он должен сверху появиться. Как? А, он когда я приземляюсь. Тебе надо просто вот тут стоять, прыгнуть. Погоди, я вот встать. Тут буду. Слушай, Миша, ты, я тебе отвечаю. Ну вот я сейчас почему... Вот все, нормально. Ну, короче, можно было и в верхнем... Да можно как угодно, одна за всех план. Блин, надо ждать, пока она сюда едет. Интересно. Придется вот сейчас будет проблематично на, в другую сторону. Ну, да, хотя... если причем, как о, сказать... О-о-о-о-о. Так, отлично, сойду, поехали. Сойду, да, сойдешь лучше. Отлично, но ну, а это пока не проблемно. Так, сейчас, погодите. Мне кажется, должны смениться потом. А-а-а-о, блин, вот это... Оно еще ау. И едет. Хорошо, хорошо. Жесть, мой мозг уже ай, такой, типа... Зачем прыгнуть? Чё? Тем более, оно еще, да, действительно, не просто кверх ногами, так еще и едет. Ай! Ну, быстрее, Мишкин! Еле-еле успел. Слушай, а ты неплохо справился. Всех их соберем.
И мне нужно просто всех туда отвезти. То есть нужно, походу, да. Давай, куча мала. Опа, доставка ключей. Так. Так, и вот еще тот. Сейчас еще один доставить осталось. Вот этот, да. Так, все. Ну, в принципе, вот это просто. Ну, это да, да. Ну, это все понятно, к чему это идет. Что сейчас начнется трэш. А что здесь надо? Я... Ничего сложного вот написано. Карта, в принципе, чуть подизменилась. Оп. Ну, пока... Пока да. Пока да. Такое чувство, как действительно... будто... А, Миш, вон выход-то где? Реально подизменился. Я в начале появился. Где выход? То есть не нужно было туда-сюда. Опа. Ну, не, игрушка, естественно, понравилась. Потом оценим. А, осторожно, так. Можно сгореть. То есть рядом с факелами, скорее всего, надо аккуратно. А, да, так и есть. Ну, я не хотел проверять, но получилось так, что я проверил. Вот, отлично, всё. Отлично. Все, пока. Ну, вот здесь держит. Мы догадались. Ну, тут как бы, да, больно-то не загонит. Единственный источник огня был. То же самое, только нужно побыстрее и не кверх ногами. Да, ну это, кстати, вообще даже проще. Миша, если уже с той справился. Ага, пьяный мастер. У меня управление теперь в разных местах, теперь мне придется... нажимать. Так, чтобы... Ага, конечно. Все. Ну, кстати, тоже неплохо придумали, могу сказать. Капец. Так. Опа. Пауза даже. Миша даже так справился. Мышкой. Так, вообще нужно чуть жесть. Поближе. Чуть поближе. Так, поэтому отлично, разворачиваемся. И в другую сторону. Вот. Все, капец, ну ты реально пьяный мастер, Миш. Все, готово. Так, ловушка. Явно рядом с ключом, либо что-нибудь будет двигаться, блин, либо боюсь чего. Я под... Ага, вот, все. Ну слушай, ну, отлично. Ну это даже. Было читаемо. Очевидно. Так. А, как у тебя дела с координацией? А, и что, что... Ага, все, я так и думал, что нужно за линию не заходить. Нужно, да, четко. Это круто, кстати. Молодцы. Так. Ого. Так, я должен здесь вот по линии аккуратно пройти. Прикольно, прям, кстати, вот это... Вот это интересно. Только я могу выйти-то? Вот здесь, да, скорее всего, лично умирал бы. Ключ уже собрал. Комбинированность. Он то ускоряется, жесть. То замедляется. То есть тут не угадаешь. Неплохо. Вот это реально пьяный мастер. Вот это да, пожестче, я могу сказать. Непредсказуемо. Сейчас бац, там управление сменилось. Все. Но тоже. А пока ты это читаешь, дверь закрывается. А ключ тогда... А, ключ-то и не нужен, по сути. Блин, я запутался. Все, дверь закрылась. Тогда без ключа пойду, да? Попробуем. Да. Во всяком случае. Быстрее, быстрее. Окей, пока ты читаешь. Ну еще все, длинный видал. Уровень. Да, он какой-то приплющенный. Уменьшенный, странный, как будто. Странный. Ну, в чем прикол? То, что ты можешь головой задеть шипы. Нужно более аккуратно. Так, мельница. Мельница. Да, мельница-то... Здесь нужно, нужно поближе. Как-то четко рассчитать. Сейчас попытаюсь четко рассчитать. А как тут реально рассчитать? Вот, а, вот, ну рассчитал. Все. В принципе, вот здесь уже все должно быть нормально. Здесь уже начинается подогрев какой-то определенный. Да, пазл. Пазл. А, ну, короче, надо... Где еще часть ключа? Она, наверное, сейчас появится. Ага, вон. Просто по частям. Ты в три точки. Ты просто туда-сюда будешь ходить. А если бы еще и закрывалась тут где какая-то... Где еще одна часть? Вон, снизу. А, все, я не разглядел. Если бы еще стена с шипчиками двигалась. Ну, может, здесь и будет комбинироваться. Было бы вообще жестко. Так, пазл готов. Прыгун. Ау. Понятно. Я на любую аккуратно. Кнопку прыгаю. А. Угу. Так что... Ну, если зажмешь, то можешь бежать. А, ну понятно. Вот тут надо... Ага, даже так. Вот тут я не любил. То есть, стоп, а ключ переместился, что ли? Ага, то есть он не один здесь ключ. В этом-то и проблематика, ну, капец, будет этого уровня. Понятно. Потому что я не люблю, блин, в эту точку допрыгивать. Здесь так, нужно... давай, Мишки. Ай, как тут надо аккуратно перепрыгивать. Не знаю. Вот на этом уровне реально могут возникнуть проблемы. Ну, сейчас я постараюсь. Еще неизвестно, сколько ключей тут вообще. Как тут бы... сейчас попробую один стиль. Сейчас. Так. Не, мне как... Вот. Все. Все получилось. Еще один ключ. Блин, еще один ключ. Ну вот он последний. Нифига. Не последний. Сколько ну, можно вот меня мучить? Ну вот этот последний. Ой! Да. А, тихо. А, еще добраться надо. Все. Все в порядке. Зачем они тебе? Миш, опять закрывается дверь. Просто... А. Блин, а зачем я их собираю? Я тебе и говорю, это то же самое. Обманка. Все. Блин, я просто на эти ключи как видишь, уже триггер какой-то. Видишь, надо читать.
понимаешь? Да, я понял, все, побежали, пофигу на все. Как раз, вот, там время идет, поторопись. Тратим, буквально короткое время, но я думаю, что успею. Ну, я думаю, что да. Вагон времени. Ай, только вот сразу. Еще постоять успеет. Да, так. А ты же знаешь, что означает цвета светофора. Ага, то есть мне нужны... Вот сейчас ты можешь. Ау, как резко он переключается. Ну, я понял, что я примерно... Все, стоим. Давай, зеленый. Ну, ага, вот все. Сейчас можно. Поехали. Все, стою. Блин, ну, кстати, прикольно. Оригинально, придумали, да. Так. Все, на желтый можно уже. Перепрыгиваем. Все. Я прям застрял. Все, спокойно. Замер. Ага, все. Отлично. Ай, все, стоим. А, то есть то, что ты падаешь, если ну, это что-то да. не считается. То есть я же не жму кнопку. Блин! Башкой зацепил. Стой. Стоим. Я уже выучила, где стоять. Ну, тут примерно уже таймер знакомый. Так, я заранее решил отлично, остановиться, да, правильно. Чтобы правильное не было. Правильное решение. Побежали. Вот раз больше успел. Ого, да, кстати. А потому что же запомнили Всё. Примерно. Успею выбежать. За что-то? Это слишком было жестоко. Жесть, пипец. Ну как так-то, ё-моё. Я думал, уже там выход сработает. А тут нифига. Нифига. Блин, ты же игра, за что так меня? Она такая, чтоб тебе жизнь медом не казалась. Ну, сейчас я даже не знаю, как. Лучше подождать. Хотя я думаю, что успею. Ну в принципе, да, успею. Собирать ящики или что? Мне придется их двигать, чтобы я. Я же не выпрыгну здесь иначе. Наверное. Ты не выпрыгнешь. И как? Моя смерть ничего не изменила. Может, тебе надо вот отсюда было прыгнуть как-то? Может быть, я их могу как-то... Ай, вон в чём! Прикол. То есть здесь надо прекрасно понимать. Да, только как ты... Тихо. Ай, так, стой. Я сейчас смогу ли выпрыгнуть отсюда? Нет. Я не могу. А мы можем... Ты умри и в самом начале их поставь сюда. Не-не-не, сейчас все получится. Чуть-чуть подвинуть. Да, Миш, реально было бы проще. Все. Так, далее. Мне нужно здесь теперь, да, допрыгнуть? Так. Вот отсюда надо ящики поставить. Сейчас. Единственное, не упадут они. Видишь, тут можно некоторую лесенку как бы использовать. Да, конечно, очень реалистично. Ну, какая разница? Работает же. Ё-моё. Так. Да, доктор, и так каждые 3 секунды. Мне надо, что ли, постоянно кликать, чтобы я мог... Нормально. Я постоянно останавливаюсь. То есть ты постоянно останавливаешься? Да как-то, да, странно здесь. А как прыгать? Прыгать-то пока... Блин. Каждые 3 секунды в чем? 3 секунды я стою каждый. То есть могу бегать, потом встал. Ну, ты, в принципе, легко справился. Круговорот платформ в природе. Так, ну и здесь я... Ага. Хотел, но... Не сумел. Блин, ну все. Тебе надо вот сюда будет встать стороны, и ну, подождать. Я постараюсь. Ну и ладно. Головой. Так, сейчас вот на эту давай. Сейчас постараюсь. Нет, я сошел на шипы. Так. Здесь все-таки нужно ту ждать. Ну, ладно. Чтобы 100%, да, то ту. Да. Дождемся. Поэтому сейчас. 31 уровень. Давай, слушай. Давай. Вот это косяк. Вот это косяк получился. Подождем. Да, я не буду торопиться, потому что порой из-за того, что я тороплюсь. Так, ну, тут-то вот это... мы. Перепрыгнуть. Все. Иначе я бы попался. Да ё-моё! Напоролся на самом простом. Блин. О, все. Нечего ждать. Отлично. А вот здесь подожду. Вот здесь лучше подождем, реально. Она. Блин, тихо ты. Чуть тебя вообще не скинула. Не сбила. Ага, все, теперь нужно лишь не попасть. Вниз, наш... и все, отлично. Фу. Земля в иллюминаторе. Отлично. Ну что? Ну то есть оно будет прям капец как уменьшаться. Да, поэтому нужно поторопиться. И мне все. Интересно, а до какого размера оно? Ну вот как мы раз во время прощания и посмотрим, до какого она момента долетит. На этом мы, естественно, закончим. Попробуйте обязательно поиграть в эту игрушку. Довольно-таки прикольное развлечение, всякие оригинальные миссии. Ну, а на этом мы теперь закончим. Вот этот максимум и есть. Все, ребят, всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.